Всем привет, ребятки! Это мое видеообращение, как бы. Пока что нет актива на канале, поэтому я уйду дня на 3, наверное. Потому что нету актива, я стараюсь, снимаю видосы, но никто их не смотрит. Вопрос тогда, зачем я их вообще снимаю, если их никто не смотрит? Я их просто-напросто тогда могу не снимать. То есть их смотрят 2 человека. Это я и мой брат. И все. И все, актива больше нету. Я даже не знаю, какой смысл в этой записи. Я вот сейчас записываю и вот тоже думаю, ну какой смысл? Ну кто вообще это тоже посмотрит? Я никому не интересен. У меня нету актива. Мне кажется, мне никогда не стать популярным. Ну, в общем-то, я уйду на 3-4 дня где-то так. И если, ну, я выложу видео, и если появится актив, то я ухожу. В общем, всем спасибо, кто посмотрел это до конца. И всем пока-пока.